Хлебная площадь – именно так называлась площадь Ленина 100 лет назад. Причина такого названия уходит глубоко в историю нашего города. Когда-то здесь располагалось 6 хлебных торговых рядов, а до этого именно на нынешней площади Ленина располагалось Всполье. Возможно, основой послужило Всполье, край ржаного поля. Да, это место Вспольем называлось, это топоним такой был, да, средневековый. Потом, когда задумывалась постройка площади и думали над названием, сыграла роль, что Рязань была центром хлебной торговли. Это уже хлебные торговые ряды. Они и появились здесь, 6. И поначалу так оно и было на протяжении десятилетий. Это было главное место транзитной и привозной хлебной торговли. А если вглубь посмотреть, Рязанская земля издревле кормила Великий Новгород хлебушком. То есть Рязанская земля – это хлебодарная область, край, который испокон веков знаменит своим хлебом. Краеведы утверждают, что историю города необходимо помнить, знать и передавать из поколения в поколение. Они также говорят, что Рязань – это не город, созданный в 1917 году. А пока все, о чем напоминает площадь Ленина – это революция 17 года, празднование которой, по мнению краеведов, лучше перенести на улицу Октябрьскую, расположенную в поселке Приокском. Историки считают, что именно там вся обстановка поселка советского периода является памятником советской истории. Здесь же, в центральной части города, веками складывается другая история. К площади Хлебной стекались сразу 8 улиц. Московская, Хлебная, Синая, Краснорядская, Горшечный ряд и знаменитый Трезубец, аналогичный питерскому. Улица Мясницкая, Почтовая и Соборная. При этом ранее вид с площади Хлебной на все эти улицы был изумительным. Со всех сторон виднелись церкви и соборы. То есть здесь сложился на протяжении, считайте, 3 века уникальный историко-архитектурный, топонимический, даже археологический ансамбль. Это место знаковое. Вот его предлагается сделать местом общенародных праздников, гуляний. То есть здесь, кроме того, что здесь пока возлагаются цветы 7 ноября сюда, здесь должны быть праздники нашего города тысячелетнего, а именно на Хлебной площади уместно проводить тысячелетний юбилей нашего города. Это День Петра и Февронии, тоже здесь намерен проводить, да, День семьи и верности. Это праздник православный. К Хлебной площади он, ну, стыкуется идеально. Праздновать Масленицу здесь было решено уже в этом году. Кроме того, как сообщается на сайте городской администрации, площадь уже хотят сделать главной площадью нашего города. В связи с этим грядет масштабная реконструкция, с которой однозначно согласны и историки. Однако они все-таки настаивают и на переименовании площади. Сейчас глава региона уже рассматривает вариант двойного названия этого места – Ленина Хлебная. И, возможно, это уже первый шаг к переименованию. Ведь ранее историкам уже удалось добиться возвращения исторических названий таким улицам, как Почтовая, Соборная, Скоморошинская, Астраханская. При этом ранее Соборная улица носила название улица Революции. Но когда Рязанский театр юного зрителя был назван театром на Соборной, в обиход горожан новое название вошло очень быстро. Что и говорить о том, как теперь полюбилась всем улица Почтовая, где проходят творческие вечера, ярмарки и другие мероприятия. Хотя еще недавно все знали эту улицу как улицу Подбельского. Так вот и сейчас историки считают, что название площадь Хлебная также быстро может войти в обиход. Достаточно переименовать торговые ряды, повесив на них баннеры с их историческим названием «Хлебные торговые ряды». К слову, уже сейчас в одном из этих зданий открылось заведение со схожим названием. Быть может, это еще один шаг на пути к смене названия площади. Напоследок, хотелось бы добавить, что общая территория географического центра нашего города составляет всего 1 квадратный километр. И расположен этот центр именно здесь, на этой площади. Многие хотят сохранить исторический вид этого места, а также сделать его главной праздничной площадью для рязанцев, чтобы здесь, в красивой и приятной обстановке, они могли наслаждаться культурой нашего города. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».